перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежды с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Бля, как сидеть так, чтобы ебальник нормальный был. Ну, типа, как у Юрия Дудь рабочей стороной. Стороной ебал. Да, не еще кровать скрипит, блядь. Как будто мы тут сидим, а там кто-то ебет. Ты зашел. Дима. Еще кто-то. Два, ебать. Бью рекорды. Ангелина Кабацкая. Привет, блядь. Привет, Ангелина. И че кто-то? Всем, я, может, кого даже не знаю. Тут быстрее набирается, понял, чем в ВК? Угу. Всем привет, ребят. Здорово, мужик. Здорово. Здорово, здорово, здорово. Вова, здорово. Чё, батл? Батл охуенно. Да, батл нравится. Да, мне самому понравилось, на самом деле, короче. Стоя там, я думал, что это... Ну, не то, что прям пиздец понравилось, но стоя там, я думал, что это пизда за шквар. Прям. Когда он приехал, нам рассказывал. А теперь, короче, вести прямую трансляцию на фоне ковра. Когда он приехал, нам... Про этот ковер говорил Забе, короче, когда пончевал про паровозы, типа, что он сельское еблище. Именно этот ковер, я у паровоза спиздил. Сука, мы купили его. У паровоза, блядь. Да. Так, передай привет белому городку. Я не знаю, где это, я хоть и географ, но белому городку привет. 6 подписчиками. Ой, блядь, пользователь, ну ладно, чуваки. В конце немного начал заживать, это нервы или в принципе, а так пизда. Блять, как-то не было текста, чел, реально не было текста, без пиздежа. Были какие-то, знаешь, давнешние заготовки, типа, которые я вспоминал и пытался воплотить. У меня было всего 2-3 дня, из них 2 я ехал из Волгограда в Питер. Мы просто знаем, как... Он может сделать. Привет, очень, короче. Круто. Да, белому городку. И... Белому городку. Да. На версии, на самом деле, это был просто... Да. Ниже минимума это было на версии, то, что он мог сделать. Ну, может, не ниже минимума, но где-то ну, процентов 5 из 100. Не то, что я себя высоко оцениваю, но это реально была хуйня. Мне, ну, типа, блядь, я сам себя, типа, сужу. Не то, что я там, блядь, какой-то там вообще супер-пупер пиздатый, но что-то годнее гораздо я мог бы сделать. Ну, просто не в этот раз, блядь. Не был такой панчлайн про чайный пакетик. Да, существует панчлайн про чайный пакетик. Твоя тёлка как чайный пакетик. Да, одноразовый. Её можно достянуть, вот. Одноразовый, но её это самый мой, наверное, первый панчлайн. Сколько мне было, 17 даже? Да. Мне было 17 лет, короче. Но бля, я выпал с такой хуйни. На самом уже крутотающий талант. Спасибо, чувак. Тебе тоже... А, подожди, ты был. Все, блядь, я туплю, короче. Всем привет. Сейчас. Стоямба. Потом. Че на самом деле, и типа, блядь, ну ты че? Да похуй, блядь, че я нахуй звезда. Короче, я не ожидал, что какое-то там количество человек вообще мне что-то хорошее скажет. Я думал, что будет прям пиздец. Таня. Ну, честно говоря, вживую это все, как сказать, ну, по-другому, наверное. Ну, типа, блядь, воспринимается гораздо по-другому. Во-первых, ажиотаж даже был больше, например, шум какой-то толпы или еще чего-то. Этого было гораздо больше там. Привет. Еще угар такой пишет в группах, то, что типа. Ебать, молодой. Ну да. Мы потянули, типа, типов с Волгограда, чтобы проголосовали на рифмах панчика в новом рэпе. Да, типа, блядь. Хотя, блядь, меня знают мои одноклассники и, блядь, родственники нахуй. Кого бы это. Потянуть типов. Бабушка все свои лопаты подпрыгала, блядь, что проголосовали. Привет. Блядь, сейчас я всем привет отправлю. Ну, момент. Охуеть. Да. Знаешь? Откуда? Ну, я типа... А, теперь. Спасибо, чел, спасибо большое. Е-е-е, да. Михайловка, блядь. Ай, сука. Андрей, круто, ну шо, прошу. Не могу говорить, ребят. Не могу, честно.
Я бы сказал, типа, если можно, но не могу. Ну, типа, пройду, будете рады. Не пойду, отпишитесь нахуй. Ну, типа, дело ясное, что дело темное. Минутка рекламы. Минутка рекламы. Вот это пиздю, короче, учится в школе. Короче, заходим, да. Вот, 19.17. Dream Team, да. 19.17. Эта штука разобралась. Подписки. И набираем Константа. И подписываемся. Сейчас 7 человек, блядь. Бог. Когда умеешь хайповать, да? Ты просто бог, блядь. Сейчас как выложим, нахуй. Похуй, нет слов нет, блядь. Волгу топ у них. Волгу топ. Опа. Типа знают уже Волгу, да. Как вы можете. Да, может, тебе физру будут ставить? Волгу топ. Да, короче, у меня проблемы с физрой. Поэтому, если кто-то с Волгу по-братски решите этот момент. Мне 19 лет. Я еще молод и свеж. Молод и свеж, да. Вырастет, будет как Баста. Да, вырастут, буду как Баста. Вырастут, буду как Баста. Эй. Пивовар занес в рекламу. Нет, чувак, не платят за отбор. В принципе, не так все на Версусе в плане бабок. Ну, как я понял, как люди думают. Нет такого. Блять, я как понял, даже за тех, кто проходит дальше, нихуя никаких премиальных нет, все пиздоболие, блядь. Типа, есть какой-то процент бабок, которые возмещают, дабы там как-то, ну, финансово помочь. Да, но да, так, чтобы, блядь, прям какой-то плюс был у человека с того, что он участвует на ФБ, это все хуйня. Короче, раскроем один секрет Версуса. Создай стрим и собери себе там на физру, блядь. Короче, раскроем секрет Версуса. Вот вы видели, да, начало, когда ресторатор приезжает на белой бэхе. Это пиздёж, ебать, он приехал на черный. Все, больше мы ничего не можем сказать. Беседа. Карпенко, Лера, Неженко, Лера, Александр. Не, дорогу никто не оплатил. Не оплачивали, ребят. Все, короче, привет. Можете, блядь, короче, писать свои имена. Если вы, то есть, такие ребята, не фейковые страницы, я даже могу на вас обратно подписаться. Ну, типа, блядь, я ж не PM, чтобы потом говорить, типа, ребята, которые меня добавили, а потом удалили из друзей, вы хотя бы понимаете, какого великого человека вы удаляете. Типа, блин. Ну, просто я сейчас, честно, не успеваю. Ну, потом, завтра я обязательно все просмотрю. И... Да. Мне 19. Мне 17. Ему 16. Хуй ты пиздюк. 17, извините, пиздюк. На самом деле, просто день рождения поздно. А да? Кто фреш выиграл? О. А мы откуда знаем? Ну, как бы он только идет. Если ты про третий, то, по моему мнению... Где эта открывашка? На кухне. Не на кухне. На где шкафная вот эта хуйня. Ай, бля, поранился. Я не говорю в тот раз, когда ты говорил... То же самое. Только гноиться начало чуть. Мы эфир ведем. Бля, просто дрочить не надо с таким, блядь. Там, короче, на это. Кто из вас батлился? Я батлился. Вот он, сразу стерганул. Да, мы просто близнецы. Все, подожди, бля, оппонент твой этот, копия сына проститутки сидела, думала об этом, а ты в третьем раунде как раз об этом и сказал. Ну, просто шутки какие-то абстрактные очень. Ну, блин, на самом деле абсурдный юмор, типа, кому что, ну... Просто такого на версии юмора не так много, и это им заходит. Да, не на каждой площадке. Например... Условно то, что заходит на каком-нибудь слово, там, площадках, то не сойдет в условных каких-то, ну, на том же Версусе, например, это не так будет заходить. Ебать, ты неплохо. Вот, спасибо, чел. Ебать, ты горяч. Ебать, ты хорош. Блядь, Глеб, нахуй, где мой трек, сука? На самом деле, короче, сегодня ночью, может быть, дропнем релиз. Сейчас, подожди, блин, не принесу. Дропнем релиз, ребята, смотрите на стене. Вам должен понравиться. Это Настя, это одна из самых красивых девушек. Так она не хрона. Если кому-то не понравилось, мне, естественно, без разницы. Настя, все мы крутая. Лёха, собери узкий семинар.
Ой, ходи. Я нашел на пилоте, сейчас смотрим. Бать, 22 человека в футбол играет. Нихуя, когда? Подожди, сейчас, чуваки. 22 человека в футбол играть. Подожди, это, по-моему, охуеет, ребят. Перебор. 11 на 11, если только хуели. И сейчас, ребят. Да не было волнений. Нет. Натан, очень надеюсь, что ты прошел. Насчет волнения я подвело немного. Он мне показал. Вниз. Нету еще трека. Диман. Его еще нет, к сожалению. Не вылетело, чел, не вылетело. Ну, бля, я пытался связывать, меня просто, типа, мысли обгоняли мозг. Потому что фристайлить трудно. Как... Это, во-первых, я еще не опытный в этой штуке, поэтому мне было трудно. Короче, можем рассказать вам один панч, который, правда, к нам пришел уже после Версуса. Какой? Про косметический ремонт. А, косметический. Блядь, потом, короче, когда-нибудь я буду батлить. И обязательно его прочитаю. Он очень крутой. Придумываю панчи, блядь, на год вперед, нахуй. Это первый твой батл? Да, да. Не, ну на самом деле нет. То есть был еще один когда-то. Но он был, ну, честно говоря, очень уебищный. То есть вот эта публика, которая нахуй никто никому не нужен. Ну, он был первый. Вот этот, который, знаете, типа пришел пьяный, блядь. Хуйня, короче. Вот. Именно нормальный батл, целенаправленный, когда ты приходишь и батлишься, когда люди заинтересованы, смотрящие, ну, в том, что ты будешь говорить. Да, это был первый мой батл. Просто не то, что плохой, это организация батлов у нас такая, то, да. Что у нас никто, нет, Волгоград. Никто не вкладывается. Волгоград, ребят, тут нахуй никому ничего не надо вообще, никогда, никогда. Чтобы вы понимали, тип, который организовывает батлы в Волгограде, учится в сельхозакадемии. Ну, давай не будем за такие подробности опускать, чтобы пиарить мне. Слышь, человек. Я потом сохраню и все. Посмотрим. Короче, какие-нибудь вопросы задайте такие, чтобы, ну, типа, интересно было тем, кто потом посмотрит, чтобы, ну, что я могу сказать вообще о танке «Тигр», блин. Это, за сколько доехал, кстати, до Питера? Двое суток, ребят, двое суток на поезде, я не богатый кататься на самолете. Нет, не можем. Че, как жопа сам? По дивану. Лучше. Закрыли? По дивану. Колян, ты че, откуда? Ты зашли. Да, в общаге живешь? Не-не-не-не. Не-не-не, мы на это, короче, true story. У подруги есть бабулька, которая каждый раз сваливает куда-то. На дачу. На дачу, да. Вот у нее тусуем. Поэтому ковер. Еще потолок, ебать, он падает. Поэтому ковер. Это детка гаечная. Вы смотрели видео у Сани? Короче, первое видео. Какой твой любимый панч на Версусе? Мой? А вообще, в целом, сейчас я вспомню. Самый любимый панч. Сейчас я скажу. Сразу скажу, это был МЦ похоронил, я сейчас выберу, какой именно из них. Комплименте? Нет, это было, наверное... Да, наверное, это было все-таки комплименте, там у него строчки были, типа... Сейчас я вспомню. Типа, да, сука, ты еще тот жигало, богоматерь, будто афродизиаками, твой рот пшикало, твои текста неистово, тебя пахнет рифмами, для каникула уже цуку без касания в тиндере, это Flawless Victory. Это было охуенно, реально. Ну, типа, Flawless Victory, это чистый удар. Ну, блядь, если люди тупые, которые там стоят, то это не важно. Еще было охуенно, это типа, скажу всю правду себе здесь, не можешь искренне хвалить, сюда не надо было лезть. Типа, лезть и лезть. Ну, похоронил, на самом деле, мне нравится очень много его батлов. Очень крутой чел. Вида сына проститутки, ебать, по факту. Да, блять, он его унизил, просто пиздец. Этот батл, я не могу даже выделить какой-то один панчлайн. Мне кажется, это все было как... Ну, на самом деле, типа, с матерью, с фотографией, вот именно с фотографией был перебор. На самом деле, мне кажется, вот именно фотография была, вот только фотография, не текст. Именно фотка была, типа, реально лишняя. Остальное хуйня. Вы что, он ему заплатил, вашу мамку пропиарил? Мать еблом торгует, блядь. Хули он сын проститутки. Понял, реклама его. Ну, клиентов не набивают, блядь. Ну да ладно. Хранил, порушил, типа вот. Ну, вообще, похуй получил, да. Это факт, ребят. С
Сука, идите нахуй с своим футболом, блядь. А вот кто есть здесь, вы очень, слушали кстати, треки? Очень, кстати, мне симпатизировал СП в том сезоне. Харизма бешеная, парни. Ну, на самом деле, да, я могу сказать, что, во-первых, возраст его, блядь. Да. Если я вообще, ну, так, молод достаточно, то тот вообще, ну, очень... Есть. Ну, очень, как я. Очень но мал. На год старше меня, по-моему. Реально мал чел. В смысле, блядь, он практически твой ровесник. Ну, 99-го, по-моему, года. Смотри, он еще младше. Зарядка может 2000 года. Он 2000? Да. Но все равно постарше меня, блядь, имеет день рождения. 99-го. Короче, пиздец, ну, он очень был... Ну, в том, ну, как сколько, ему 17 лет был, когда он пришел. Поэтому это... Ну, блядь, это реально... Ну, уровень, то есть пройти до полуфинала там. Хотя, ну, по факту говоря, вот честно, прошлый сезон был, ну, реально хуйней. Хуйней был полнейший, потому что, блин... Или в прямую съебать, когда три раунда про пизду ебать читал. Ему уже 18 есть, видишь, что? Сейчас уже да, но тот момент, да, на тот момент, я имею в виду, что при участии там ему было 17. Ну, видно, день рождения. Электромыш взрослеет, ты чё? Ну, электромыш, да, взрослеет, но говорю, раунды про ебать про пизду, нахуй, хуйня была полная, мне вообще не за что. Я вообще не понимал, почему электромыш проходит дальше. Как вообще паровоз прошёл, нахуел? Не, паровоз я понимаю, потому что за Б, например, ушел за Б, ну, я считаю, то, что... Ну, так паровоз тоже потом... Не скажу, не подумай, что я там фанат за Б или еще что-то, ну, нет. То есть, ну, я считаю, он хороший батлер, там все дела, но, типа, если бы он остался, мне кажется, что он бы выиграл. Вот, потому что, ну, чисто и возрастом, и своей подачей, и, типа, агрессии он гораздо выше остальных был. Поэтому он бы выиграл. Вот, либо Пох, либо, ну, Пох проиграл ЗР. Блядь, я на самом деле считаю, что он выиграл, блядь, финал. Просто судьи были такие, на которых можно было надавить вот этой вот нежной концовочкой, которая была у Терепса, типа, Версус дал мне много, блядь, и прочую хуйню. Ну, что-то прошел, не можем сказать. Да. Потом. Вообще, а, ладно, да. Похуй, бать, Сало выиграл Флэш 2. Я победитель ФБ4, блядь. Оксимирон просто с ним трек сейчас записан. Нахуй же, да, ребят, если вы его поклоните, то сорян, но типа, блядь, я не поклонник же, да. Ну, типа, популярный. И не поклонник Нойного, сразу говорю, типа, нет. Я из батл рэпа за МЦ похоронила Сеймора и Майти Ди. А из рэпа? Вообще? Из всего? Да. Ну, да. Типа, блядь, сейчас начнут хуй сосны. Джубили, блядь, Джубили, да, как по мне, это сам предпочел. Почему тебя те рэпс не нравятся? Мог бы намного пижиться. Ох, там вообще нас не старался. Мог бы намного пижиться. Ну да. Почему тебя те рэпс не нравятся? Ебой. Как давно, кстати, батл снимали? Давно еще 18 часов. Те рэпсы не... Ну, блядь, низко... Типа, стоп. Я не скажу, что мне Терев не нравится, как человек или что-то, я его не знаю. Как батл-рэпер я не считаю то, что он был достоин выиграть Fresh Blood 4. Потому что, мне кажется, вот он, блядь, Электромыш, ну тот же условный сын проститутки, блядь, какой-нибудь... Хэллоуин. Плант, нет, Хэллоуин нормально начал. Райт Раунд, блядь, нет, Райт Раунд... Мне еще более-менее. Нормально, да, нормально. Вот 4, которых я до Райт Раунд назвал, мне кажется, они должны были выдать еще в отборе, ну, на самом деле. Потому что это было, ну, типа, не очень. Да, чел, ну, типа, блядь, конечно, волновался, потому что... Ну, волновался не потому, что там, блядь, батл, а потому что просто, во-первых, не чужой для меня город был. Я первый раз там был вообще в жизни. Кстати, Джубили приезжал... Локимен? Там... Ну, блядь, Локимен. Ну, типа, короче, на самом деле, вот, бля, буду не слушал его треки. Вот, один только с Оксимироном, вот, последний. И то потому, что мне его включили. Вот. А я его узнал по твитам, вот по этому знаменитому твиту, типа, блядь, там... Блять, сколько честно ты заплатил? Ну, типа, пиздюки, вы реально покупаете за 10к рекламу на Рипе, блять, за 60 лайков, вот эта хуйня, типа, чё съебала, мать живая, нормально, тип. Вот только по твитам его вот этим грандиозным, я знаю, кто и, это. Я, кстати, такой вообще охуел, типа, чё за тип, ебать, оказывается, он на Booking Machine есть. Да, Booking есть на Booking Machine. На концерт Джубили там писали сходить. Он, кстати, был в Волгограде, и причем был так в открытом доступе, катался, ебать, в нашем уникальном метро, я бы так сказал. Да, короче, Джуб был в Волгограде. Короче, Волгоград-то, наверное, ну, один из немногих, может, я не знаю сколько, по-моему, их один или два города всего, в России, по-моему, один, России, где есть подземный трамвай. То есть у нас нет метро, у нас есть трамвай. Россия, Джуб охуевал. Да, в Чехии есть. Джуб охуевал от того, что у нас трамвай под землей ездит. Вот. Три самых сильных батл-рэперов, по твоему мнению. Первый похоронил, второй Сеймур, третий Майти Ди.
Ну, не знаю, мне кажется, в гноме все равно батлеры. Нет. Ну, блядь, конечно, блядь, Соболевым батлить, но я такой, послушай, Локи. Вот, самое пиздатое, что есть, это Ек-Ек, Роза Брату, Китобой, Культ Издат. Культ Издат. А, я где-то слышал, по-моему, это. Может, только название? Советую ознакомиться с творчеством Луки Мина. Может быть, еще что-то годное есть. Но мне только это зашло. Хорошо, обязательно послушаю. Ты когда на версии был? 18 марта были съемки. Ну, по-моему, везде эта инфа гуляет. Как перед ресом стоит? Ну, бля, никак. На самом деле, ребят, то есть, блядь, пруф, как это говорится? Я, короче, не знаю этих словечек, типа вот этих рэперских, там, пруфы, хуюфы, там, сливы, я хуй знает. Но рестор абсолютно обычный человек. Пруфы — это подтверждение информации. Похуй. Короче, ресторатор очень такой обычный чел, который, ну, как сказать, то есть, ну, он зашел, то есть, он с нами со всеми, нас всех поддержал, типа, сказал, ребят, типа, блядь. Типа, что-нибудь там ебашьте и говорите. И, типа, было прикольно. Настя, оставляем тебя, нет. Он крутая, чел. Вот. Бля, они меняются, пиздец, все. Да. Еще мне зарядку можешь съесть. Есть зарядку там? Ну, ребят, я этого не скажу. Короче, очень охуенный чувак лысый. Вот настолько крутой. С таким пальцем. Лысый, ебатый. Мы тут, короче, на фоне ковра твоей бабушки даем прямой эфир. Это просто охуенно. Я так не понимаю, почему, типа, люди выходят, заходят, другие какие-то. У меня просто инста не обновлена. А, понятно. В смысле? Ну, типа, больше людей пишут, что-то пишут, а тут вообще да. Мало, короче, народа. Они строчат. А, сфоткался со смоки. Нет, готово. Еще какой. Привет, типа, блядь, кому, как Версус, охуенно. Типа, блядь, сфоткался с... Призрака коммуниста. Коммуниста. Не будет, нет его. Он, короче, не захотел. Ну, у него не было средств, чтобы доехать самому. Да, это мне позвонили просто. Восстановилась вроде, да. Транс легла. Есть теперь. Блять, че так много? Короче, потом всех добавлю. Вы помахали рукой. Лена охуенная охуенная. И так что да. Тихо, тихо. Давай потом, короче, да, потом транс уйдем. Все, нормально? Ты все, заебись, не работает, да. Звонили. Привет. Давай, теперь хорошо, что норм. Дай мне попить. А ты думаешь, там лучше? Сука, скажите Вове, что сейчас ему пизди там за такую вонь ебаную. Мне считаешь, не знаю, что это сильно. Пиздец, ебать. Нахуя они здесь-то делали? Открой нормально. Они встала, ремонтировали двигатель. Это? Открой на... Галин, ты тоже? Ладно, потом это обсудим. Нахуй, открой. Да, вот что-то. Ну и шляпа, дай мне выпить. Дай. Я то же самое так сказал. Пиздец, нахуй. Да просто закрываю. Да нет. Густрайтер был. Какой нахуй? Густрайтер, чувак. Нет. На Москва, блядь, за 60 тысяч мне написал. Нет. Не было. Я не было. Поле сухое горело. Мы еще ведем. Потом об этом будем говорить. Похуй, привет, чё? Ты похуй, тебе чё? Закрой, пожалуйста. Привет, сестр. Это тут басах хотел выйти. Привет всем. Привет. Вы, короче, заходите, ребят, но я не вижу, сколько у вас человек. У меня это нихуя не будет. Привет. Я, по-моему, всем помахал. Марк, закрой дверь, заебал. Сейчас. У тебя густрайтер, не знаю, это уже было. Бля, я один раз обойки его так же валял, ебать. Левую сижу. Сал весь стакан. Че? Стакан бери. Сейчас. Нет. Не все в городе. У нас нет такого. Бля, у нас на самом деле. Ну, может быть, я еще не знаю. Типа, был еще один аст, я не знаю, если смотрели. Он тоже с нашего города, чё. Не знаю, кто из нас лучше, кому как, опять же, на вкус и цвет. Хип-хоп одинокой старухи. Хаос. Мне не нравится, сразу говорю. Может, да. Этому нравится, но мне нет. Мне очень не заходит. Не заходят вообще треки. Треки вообще нет. Просто батл его, например, мне какой-то заходил, я помню, очень давно. Для нас такое. Ну, типа, можно ему респект выразить за то, что он Рики же вынес, да? Да. Ну как вынес, блядь, он Рики? Типа, не подумайте, я не фанат Рики, но типа... Как он вынес? Рики не был готов, по-моему, насколько я помню. Ну, блядь, все равно один хуй, типа, вынес.
Ребят, если кто-то из вас добавляется в ВК, я вдруг не добавляю еще. Я обязательно добавлю, просто у меня сейчас заблокируют нахуй страницу. Да. Чувак, плюс. Рики он не вынес, это факт. Ну, блядь. Держи по брату пиво, чтобы он не свалился. Рики он не вынес. Как по мне, то есть, блядь. Ну, такое, короче, себе. Сужденец. Добавлю обязательно. Ну, вот треки. Я видел, у него летом, по-моему, EP выходило из трех треков. У этого? У хип-хопа Дмука Строчки. Да, мне вообще не нравится. Вообще такая шляпа. Ну, бля, типа, как-то говорил чей-то кумир под названием Оксимирон, да, что типа люди такие прям батл MC не умеют писать треки. Ну, вообще-то, заобщаться с ним, типа, было бы нормально. Я так считаю. Ну, хуй знает. У меня нет желания, например, с какими-то крутыми чуваками. Реестр крутой чел, честно. Я, например, был другого совсем. Блять! Алена Чернотынская. Ну, блять, не завтра. Не сегодня. Не завтра. Когда сольется. Короче, блин. О, бля, давай, можешь сидеть принести? Давай покурим. Здесь, блин. По-братски. Рил, что типа ты за три дня узнал. Да. Ребят, бля, честно. Ну, типа, без пиздобольства. Вот это было часов 5, наверное, вечером. Сижу и 15 числа. Все, меня шили, типа, не участвуешь ты. И мне позвонил реестр, говорит, хочешь поучаствовать? Кто-то скажет, что типа, если ты не готов был, нахуя ты поехал? И так далее. Блять, я думаю, никто бы не отказался торгануть еблом. Ну реально, это прям без пиздобольства. Это факт. Каждый бы хотел там побывать. Особенно те, кто заинтересован этим. Поэтому я поехал. Мне было интересно узнать это. Вот. И все, я согласился, естественно, сразу, даже не обсуждаясь. И выехал. Бля, у меня, короче, уже второй ФБ подряд. ТМС, за которых я болел, не бывает. На Вики, СП, пошли, если ты прошел, надеюсь, это не проклятие. Чел. Выйдут еще круче, выйдут, как по мне говорили, ПМы и прочие чуваки. Батл отпиздел отлично, ты победа за там. Ну, на вкус цвет, чувак, на вкус цвет. Ребята, слушаемся трек «Дама космоса». Не надо, его нет, я его удалил. Короче, типа, если кому-то... А у меня есть сохранённый. Если кому-то нравится мое... Ну, нравится. Если кто-то захочет послушать, что я делаю, типа, блин, пишу я только сопли, ребят. Потому что, бля, мне кажется, гангста треки писать надо, когда у тебя есть какое-то имя уже определенное. А поэтому я пишу про сопли. Ну, это прикольно достаточно. Ну, какие сопли относительно? Скажи, еще будут батлы с тобой или нет? Не можешь сказать. А если ты... Я не знаю, как тебе ответить. Ну, типа... Типа будут в будущем. Ну, будут, естественно. То есть, ну, я еще буду батлиться не раз, не два, не 10, мне только 19 лет, чувак. Я еще буду дохуя разбавлять. Бля, пиздец, у меня нихуя. У меня один как будто бы, ну, смотритель один. Смотритель, бля, пиздец. Ребят, на самом деле нормальный русский знаю просто. Просто он буховый. Не, я, кстати, нормально, я опустил. Что куришь? Ребят, блядь, бонд с яблоком нахуй мне принесли, типа, блядь. Мы на самом деле, ебать, не понтовые чуваки вообще. Ладно, дружище, удачи тебе в дальнейшем. Пойду. Нихуя не мажора. Давай, чел, давай, тебе тоже удачи. Вот, обязательно. Завтра обязательно все проверю. Подпишусь обратно, если у кого страница не фейка. А где это? У тебя, брат. Нет, это? Я имею в виду пепельницу. Нет, они там ходят. Чувак, нормальный батл будет. Ну, бля, дохуя на себя зацепился. А, бля, чел, ну, типа, я не мог на себе не зациклиться. Это единственное, что я смог придумать на ходу. Будешь писать треки или будешь просто как батл? У меня... Трек, ну, типа, я давно пишу, но их никто не слушает. Они нормальные, на самом деле. Ну, достаточно среднестатистические. Они не охуенные, там, не какие-то там супер топовые, блядь. Просто, ребят... Ими не взрывать, как розовое вино. Нам, ебать, по 19-17 лет. То есть такой возможности, мы там учимся, у нас нет. Сейчас ты подумаешь, что поэтому псевдоним такой, типа 19-17, понял? У нас нет такой возможности, чтобы заработать бабла и вложить в тот же новый рэп, в рекламу или рифму и панчи. Нет такой хуйни, типа, чтобы... Ну, типа, за все нужны деньги. Я только начал. Все будет. Я занимаюсь этим полгода, год. И как занимаюсь, типа, блядь. На ФБ вообще на отъеби заявку подавал. Ну, то есть, по фану. Прокатило. Как-то.
Чего 19 минут я это ожидал от коммунистического пиздюка. Бля, ребят, честно, если с вопросами про него я ничего не знаю. Я только знаю, что он не приехал, потому что там с дорогой проблемы были. И все, и поэтому его не было. Я могу слить такую инфу, то, что я знаю ники 19-17 бывшие. Ебался, завали, пожалуйста. Нет, это единственный мой ник с детства, блядь, как клеймо на лбу. Что-то не видно. Как альбом «Шок» у тебя? Который вот последний вышел когда? Сегодня или вчера? Я не слушал. Я послушал только два трека первых. Я не помню даже название, но... Ребят, во-первых, ник мой не 1917, мой ник 1917 через дробь. Во-вторых, это был не тот... Ну, короче, в следующем своем каком-либо батле, который у меня какая-нибудь состоит... Все, ебал, смотри, это не моя кофта. На самом деле, голый. Короче... Типа, в следующем своем ком-батле, если вдруг кому-то будет интересно, зайти посмотреть, я обязательно, короче, что-нибудь такое скажу, чтобы дать понять, почему у меня такой псевдоним. Во-первых, он прикольный, ну, то есть, в нем есть какой-то смысл, за что можно зацепиться, и они так, например, вот как придумывают там себе от имени, например, бля, там, никвады какие-нибудь. Понял, да? Кто учил историю 19-17 революция? Да, революция. Но революция не в плане, типа, историческое какое-то событие, нет. Ну, просто... В чем сила? В правде, чувак. В правде сила. Я смотрел, брат. И первый, и второй чел. Да, чел. Даун, даун, да. Ты молодец. Запиши диск на Гнойного. Зачем, блять, кто его нахуй? За фрешблад платит. Нет, чел. Мне кажется, платят только за финал, как я понял. И то, блять, то есть. И то, ебать. Ну, есть какие-то спонсорские договоренности, типа, что будут оплачивать, как сказать. Дорогу. И нет, проживание. И то. Да нет, никакого проживания. Приезжаешь, батл, уезжаешь. То есть какую-то стоимость, может быть, и дороги, или еще что-то, я не знаю. Есть какие-то договоренности, в бумажках прописаны обязательно, потому что там, ну, как Саня говорил, Рестер, на стриме у меди, что типа все подписываются договоры. Ну, если по сути посудить, финалист, который получает по бабло. Да, он просто отыгрывает. Да, бабки на дорогу. Но это если по сути. А так вообще, да, что-то возмещает. В плюс уходит чувак, который выигрывает. Это обязательно. Да любой в плюс уходит, потому что, блядь, ну типа... А что на прошлом в айфон им подарили? Еблом. Ну, первому месту 200 тысяч, второму... Блядь, давай с другой стороны. Хуёвый. Удачи, наверное. Спасибо, чё, спасибо. Вот. Да, он зарядку поставил. А он тебе что, садится? Да. Ищи телефон, не мой. Ну, у меня просто пизда, как мобильный. Трэш-мобиль. Пошла? Не знаю. А какая-то хуйня, попробуй ставить другую розетку. Как посмотреть? Комменты читаешь по батлам? Я читал комменты по батлам. А, типа он... Ну, блядь, ребят, ну нахуя их читать? Сколько людей, столько мнений, блядь. Просто, ничего. Еще раз повторюсь. Это шляпа, ребят, реально шляпа. Там ребята писали то, что, типа, какого хуя за 19-17 голосуют. Кто... Типа, то, что мы потянули людей с Волгограда. Блядь. Но на самом деле, ебать, сейчас бы намерен откручивать голоса, блядь. Это такая шляпа. Столько людей я отродясь не знаю, поэтому... Я, на самом деле, вообще очень рад, что хотя бы сколько человек у меня голосовало. Батл МС. Спасибо, блядь. В здании, нахуй. 17.03. 17.03. Маркус. Чё, я тебе купил? Есть, конечно. Держи. Из каких вы городов? Скажите. Кстати, да, интересно, хуйня, с каких вы городов, ребят? Будут еще чуваки на версии из ВЛГ. Знаешь, ну, Династ был. Здоровайся. Династ был чел, ребят. Династ. С Парагрином батлом. Он с Волгограда чел. Новый трек Мирон. С Лукимином? Саратов. Ребят, честно, не нравится вообще. Я был в Саратове, Харьков. Мне не понравилось, потому что, типа... Я и на пенсии, все МС на пенсии. Я вообще этого не понял, типа. Какая-то хрень. Ну, типа, блять, он. Сколько, он уже младше Басты, да? Но Басты да. Такой штуки не читает. Я, например, Басту слушаю. Баст. Харьков. 38. Харьков, ебать, пиздец. Чувак, блять, привет. За тебя. Привет, Харьков. Запорожье. Если пройдешь дальше, кинь мне шараут, как говорится.
Место звать. Запорожье. Всем спасибо за... Из Запорожья, блядь, привет всем. Я стакан искала. Молодец. Подожди, кто это? Люба Власова. Это ей понравилось, Максим. Спасибо. One love, полсердечка тебе, Люба. Мы свободные парни. Я тоже когда-нибудь часы сдаю, буду нормально. На слово пойдешь, если предложишь. Бля, если предложишь, да, мне на самом деле, у меня нет приоритетов в площадках, мне абсолютно похуй. Где батлиться, когда батлиться и зачем батлиться. У меня нет каких-то приоритетов, поэтому... Похож на Карташова. Это как, какого Карташова? Дима. Дима Карташов. Я слышал его трек. Конечно. Ебать, хиты были в каком году? 12. Ну, я не скажу, что прям хиты, пиздец. Ебать, хиты были. Это все ебать слушали. Тебе хиты были 12. Сколько мне лет было, блядь? Сколько? Сколько? В 12 году? 12? Нет. 13? Ну, сколько? Ну, короче. Нет, 12 было. Типа... Тебе было тогда. Чисто случайно увидела в группе рифмы и панчи. Похож на... Да. Послушаем мои треки. Бля, напиши мне в ВК, прям большими буквами, блядь, с капслоком, послушай мои треки, вот эти три слова. Я обязательно поищу это сообщение, обязательно послушаю и напишу тебе, понравилось мне или нет. Напишу честно, поэтому заранее, типа, если что, не обижусь. Ну, как правило, мне нравится все, что без выебонов. Как тебе Booker the Fred? Ну, такое. Как Battle NC, наверное, вообще никак. А как трехи, да, есть прикольные вещи какие. Мне просто не нравится, что он антихайпе тусует, потому что, как по мне, его там, ну, блядь, его просто там хуесосит, как мне кажется. И я не думаю, что он там нужен. И зачем там находиться, блядь. А кто в антихайпе нужен, ебать? СД? Я не скажу, что я, например, если бы там, например, мне там предложили какие-то папки там сумасшедшие, чтобы там состоять, если бы я был какой-то там суперзвездой, то я бы отказался. Не, нихуя. Наверное, я согласился, но я бы не дал себя как-то хуесосить, унижать или еще что-то. Как по мне, это как человек себя преподаст, так. Газ Голдер Форева. И ты чё, блядь, бармен? Как тебе? Рэм Дик, блядь. Всем тихо, Рэм Дики, Рэп Психа. Рэм Дика крутой чел. Я очень. Кажется, он таким далеким. Короче, я очень часто слушал Рэм Дику. Это, как по мне, очень крутой чувак. Ну, блядь, за Майя вырезают, а хуй сосит Букер до Фреда, блядь. Сука. Спроси, знаешь, по кого, ебать, про. Спасибо. Как относишься к Кизару? Кизару, блядь. Ребят, я не знаю, если кому нравится Кизару, не обессудьте, но все... Какая залупа? Окси или Смоки? Сложно. Сложно, ребят, сложно. Не, ну, чем-то и Окси, чем-то и Смоки. Батл пушка. Спасибо большое, ребят. Say some math in English. Блять, у меня не зачет с первого семестра еще по английскому, поэтому... Hello? Я в школе учил французский, ребят. Ну как учил, просто у меня он был, но не английский. My name is Maxim. My name is Salomon. Да. I don't know. I'm from Russia. Как Russia это? Is very если... big. Почему Кизару не нравится? Ну, потому, бля, короче, раньше у него были нормальные треки, ну, очень реально нормальные, они были хорошие. Но потом, когда пошла вот эта хуйня, типа, все эти рэперы, фу, хожу в эту суку, бля, о, бля, что это такое, я вообще не понимаю. Мне не нравится битло. Мне не зайдет, не такое. Да, мне наоборот биты нравятся, мне не нравится вот текст, блядь, который он делает. Мне не нравится биты. Никакой бля, чувак, я не понял, честно, он же, бля, гангстер. Кто? Кизару? А, ну, типа, в писку, от Болгарии? Это типа привет от Болгарии. Привет от Болгарии. Ого. Привет болгарам, если понимаете, что... Как быстро мы вышли на межнациональный уровень. А как это? Как хай, типа, по-английски? Как говорить привет, блядь? Welcome, это... Welcome, добро пожаловать. Я не ебу, ребят, как по-английски. Я же не дизастер, блядь. Посмотри батл. Посмотрел батл, рассчитывал на худшее с твоей стороны. Твоим рассказом. Ну, ты красава. У них последний бит был от Suicide Boys. Suicide Boys нормальные чуваки, я слушаю иногда. Но мне на самом деле западные челы не очень сильно нравятся. Потому что, ну, бля, я реально не понимаю. Я не люблю иностранные языки, я не люблю. Ну, кроме Эминема, естественно, блядь. Бог вообще, как помню. Спасибо, чел. Мне для ресторатора вален смысл текста, а когда поют на английском, ну, типа, нихуя не вкатывает, ебать, не понимаю, о чем, сука. Я просто писку смотрел с ресторатора. Короче, ребят, уровень английского мой, бля, еще хуже, чем у ресторатора. Собственно говоря, его нет.
Что дальше по ФБ? Не могу сказать. Не могу ничего ответить на этот вопрос. Возьмут? Спасибо, что топите. Не возьмут? Ну, блядь, типа, опишите. Ну, в любом случае, типа, спасибо, что сейчас вообще оценили. Да, это приятная штука. На самом деле, ребята, очень приятная хуйня. Ну, типа... Чтобы вы понимали, год назад ебаться. Нет такой шляпы, типа, ебать. Там написать на стенке ВК, типа, ебать. Я, ребят, не смогу всем ответить. Всем спасибо, кто поддержал, блядь. Ну, вот эта хуйня, короче, зашкварная. Нет, такой шляпы я, конечно, не исполняю. Мы все такие же простые, блядь. Да, я абсолютно такой же человек, как ковер висит, блядь, что, о чем говорить просто. Да, у меня ковер, блядь, сзади, нахуй, о чем речь? Я когда превьюшку увидел, охуел, открыл видео еще больше. Было? Где? Было превью? Не было же. А не помог, по-моему, превью речь идет. Ну, блядь, наверное, на твоем. Короче, превью, ну, на самом, я не знаю, можно это говорить. Короче, снимали превью, да. Каждому. Ну, короче, их не вырезали, их просто не вставили. Короче, не было, не вставил никто превью. Странно, но они были нормальные. Вот, например, я, как по мне, сделал весело превьюху. Сектор сделал весело превьюху. Кто там еще? Браги сделал весело превьюху. Еще я забыл, какого, блядь. S, A, что-то там, W, блядь, A, какая-то Y, блядь, я не помню, короче. А ты помнишь, короче, когда выходил... Типа, где они заявки отбирают, такой черненький, получерненький был. Он с тобой. Баби, наколку, годинец. Блядь, чел, честно, я не понимаю. Аби, это типа оболбиск или что? Нет, это болгарин, по-моему. Ну, я понял, что типа он пишет на другом языке, но видишь, русскими буквами как-то правильно все выдает. Непонятно. Годинец ты. Да ну, не русским. Сколько тебе за бату? Нисколько, чувак, нисколько. Пачку сим сами не ставят. Зарабатывал мне вот вы, кто оценили, и со мной разговариваете. Это лучше, чем деньги, ребят, честно. А, ну типа, блядь, на самом деле ебло мне там пиздец какое, блядь. Я в жизни реально не такой, но какой-то, блядь, ты больше рэпер, чем батл. Ну, не знаю, ребят. 50 на 50. С кем познакомился на ФБ из известных? Познакомился? Да, бля, я, честно говоря, не щемился никем. Ну, вот, реестр, то есть, сами. Ну, кого увидел, может, скорее, поздоровался, там, сказал, типа, здорово, чуваки, там. Там были очень крутые ребята, ну, как по мне, они крутые ребята, например, тот же Сеймур там был, крутой чел. Шум там был, крутой чувак. Вот, Забе там был, крутой чел. Ну, с ним, кстати, я вообще-то так и не пересекся. Я видел, что он там был, но я с ним не пересекся. Галат, видел. Но он реально крутой. Галат там, блядь, Галат, ребята, то есть просто пиздец, реально. Он, оказывается, реально в жизни такой зашуганный, как вот на видосу. Он что-то в телефоне там бегает, что-то лазит. С кем познакомился? Так, история реальная про девушку из раунда. Не, чувак, это выдумка. Естественно, выдумка. Если бы я хотел что-то сказать своей девушке, я бы вызвал ее на бат. Не, ребят, ну реально, такие вещи не говорят по-серьезному. Это просто какая-то абстрактная штука, которую я придумал там что-то на ходу. Тем более там рифма не особо рифма была. Какой у тебя рост? Выглядит как будто выше. Да, я выше реестра 1.96 м, 1.97 м уже. Я даже стал, что делать? Блядь, Женя, что делать? Пьем, сука. Хочешь, приходи. Женек, а ты что там дома делаешь? Пищу дождь. Хорошее занятие. Джек Дэниелс. Блять, ты ж надо так это. Жека Дэниелс. Привет. Блин, имени не вижу. Ну тебе привет. Пусть кто-нибудь со мной поговорит. Я с тобой разговариваю так. А нахуй ты съебался, если скучно. Господи, Жень, ты что, дурак? Иди к нам. Я убежал на версии из МЦ. Блять, да хуя, ребят, реально. Абалбиск, Букер де Фред, Сеймур, блять, Шум, Забе, тот же ваш там. Ну, Галат. Оксимирон, Галат. Бля, очень сильно хотел увидеть Джубили. Я не знаю, нравится ли он вам, но... Ну, нормально так. Ну, реально нормально. То есть, сыпалось. То есть, все там... Пиздец, сколько подписалось. Да, ну, не знаю, как у остальных, но типа, да. Телефон заебал пилик, на самом деле. Прям аж бесит немножечко. А так, да. Ну, людям нравится. Что-то кому-то понравилось, кому-то нет. Кто-то говорит, что там какие-то голоса накручивал. Кто-то говорит, вы ебанулись, типа, что, ну, типа, что это для меня в одну калитку было. Блять, сколько людей, столько мнений, ребят.
Привет. Я Сергей Визард. Тоже привет. Ебать, даже сохраню, короче. Если, короче, ну, тут много чего прикольного. Давай, давай запишем его. Если, типа, кому интересно будет, может, на YouTube. Я просто не умею, как писать синты. У меня нету. О, Ди. О, Диана. Ди. Здравствуйте. Ты где есть? Пусть нам приходит. Время ди, сколько? Видел? Ди. Блядь, 2:53, чё, блядь. Еще 7 минут есть. Похуй, один раз живет. Каково тиное прист... Бля, чел, каково? Какие ты и на просто, блять, ну типа какие ты, те, это ты, как я понимаю, сколько баллов будет отбор? Батлов? Батлов. Всего 9, вышло 4, еще 5. Должно быть. Я не знаю, ну, насколько правда, что их все выложат, но еще 5, чел. 5. Ровно. Да, ровно 5. Семиждущий ПМ должен выйти в скором времени. Не последний, но в скором времени. Нокси, напиши на английском. Да, напиши, короче, на английском, это если девочка, ты знаешь, или в переводчике. Да нет, ну это не факт. Тогда. Короче, еще много, ребят. Ну как, я не. На самом деле, короче, я после своего батла немного еще там побыл и съебался, потому что я бы опоздал на свой рейс. И, короче, ну, типа, блин. Как она записана, покажи. Нокси какая-то, я не знаю. Ко мне Привалова зашла. Н, нижнее подчеркивание? Блять. Да. Н, нижнее подчеркивание. О, нижнее подчеркивание. X, нижнее подчеркивание. X, нижнее подчеркивание. X, нижнее подчеркивание. Вот, нашел. Никол. Никол. Да, она реально, короче, походу, из этого. Давай подпишемся. Ну, если она... Ну, она подписана на тебя. Подпишись, подпишись. Я на тебя подписался. Попытайся мне написать как-нибудь, ну, типа, блин... По-другому, я просто реально не понимаю, честно. Я рэпер перископию. Выкладывайте эфир на канал. Ну, выкладывай, типа, если хочешь. Выкладывай. Где у меня тут заметки, блядь? Кого? Нахуй нужны? Выкладывай, чел. Ну, типа, если надо. Ну, типа, если можно, так то было. Ну, может, кто-нибудь что-нибудь посмотрит, кому-то интересно будет, я не знаю. Они ебануты, сейчас заметки удалил. Диан, приходи к нам. А, вот. Рап-перископ. Перископ. Блядь, что за хуйня? Почему он так мало показывает? Типа, блядь, гораздо больше людей здесь зависает, чем, блядь, 3 человека. Че это за хуйня? Какая шляпа. Стой, покажи вот так. Где вообще? Нокси. Блядь, сфокусируй, я хуй не вижу, что тут. Я как сфокусировать? Ну, нажми на экран. Типа там видать? Да, да, да. Все, увидели. Нокси, подписывайся. Подожди, а Диана не звали, что ли? Короче, мы у бабушки и Олеси. Приходи к нам. Ну, если хочешь, конечно, я типа не заставляю, но... Подписалась. На кого? На тебя. Она одобрила заявку, а не подписалась. Ты дурак, она на тебя подписана была. Ну, как она одобрила заявку мою на подписку. На меня она уже была подписана. Ладно, удачи. Спасибо, чел, что выложился, и тебе удачи. Миросла, КК, Мироша, наверное, или Миросла. Сейчас, блин. Нормально тут? Угу. Бля, сейчас в Болгарию поеду. Ваню. Не, ну я тебя зову, приходи. Привет, Вова 4492. Нормально, вообще офигенно. Чупай. Что похуй? Я люблю по-русски. Че за хуйня? Вот этот поворот, блядь. 14 выходная не будет. Тихо, бе. Нокси, а откуда ты? Из Болгарии? Мне кажется, короче, она просто тебя, наверное. Я хуй знает, короче, на кого она ебает. Хуй знает. Розовое вино. А тут пишет... Ну ты что, Диан, ты придёшь, не? Вот, что? А, да, блядь, короче, она наебывает, она понимает. Я прям уверен, сука, на 150-500. На, подержи, я зайду в ВК. Подписывайся на константа.м. Сука! Не пущу пиар, ебать. Я продюсер просто. Эй, продюсер. Продюсер. Ну, пока что два, но скоро еще. Сильный батл, спасибо. Спасибо, ребят. Если тут кто-то есть, кто мне писал про сильный батл, еще что-нибудь, всем спасибо. Приятно. Да, я пока пойду. Почему раньше ты не предупредили? Я почему думал, что тебя предупредили, ну, каждый раз. Я лишь Салу позвонил.
Я проснулся, Диан, знаешь? Бля, Ди, приходи, ну, типа, сейчас вообще... А, следующий, ну, следующего раза не будет, наверное. На выходные. Какие? Сегодня выходные, бля. На сессии и прочее хуйня. Ну, типа, позвал, да, нет, нет. Тебя сейчас дело... блокируют, нахуй. Да похуй. Мое дело предложить. Где дело отказаться? Бля, ребят, короче, кто добавляется, я всех добавляю. Че, говори, пусть приходит. Два зрителя осталось. Николь. Тебе кажется, что их два осталось? Нет, тут на туре два. Да тебе кажется, реально. Ну не знаю. Ребят, сколько у вас осталось? Никол. Николь. Как твое имя правильно? Николь или Никол? Николь. Со мной только Саня. Ой. И... Двете? И даете, и двете, я не знаю, на самом деле. Не очень понятно. Ох уж эти кузыки. Ди, ну ты типа приходи. Здесь, короче... Я ж тебя зову. Здесь, короче, еще кто здесь? Кто здесь? А Саша? Вова? С Вероникой они сейчас пришли. Кто там еще есть? А, Настя. И Коля, без собой. Всем привет! Если вы хотели увидеть этого человека, то он вот он. Это и Диман. Чего не спишь? Вот видишь, еще включил, но его там не отражу. Чего не спишь? Ну, бля, что спать? Ребят, я пью. Время тусить. Да, время срать, мы еще не обедали, блядь. Похавали. Похавали, да. Просто так бюджетно, нахуй. Чем хавали? Да ебать эти, как... Хинкали. Да, хинкали. 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 Ну ладно. Чё, Диан, придёт мне? Ди, хочешь, я тебя встречу? Мы его оба встретим. Оба встретим. Вообще толпу за тобой придём. Вообще, они типа даже родин пишут. Посебненький. А вы чё, не спите? Все посмотрели Versus? Пошумим, блядь, в здании, нахуй. О, Алиса! Ну, блядь, раз такое дело, я даже сам. Свои руки. Да, Алиса, привет. Что-то у вас подозрительно тихо. Потому что мы в другой комнате сидим, эти алкоголики там дальше. Костенок. 19 в здании, блядь. Парни травмированы. Лёха, если что, в личку уже пишешь, как тебе хорошо. Я травмирован, кто писал? Где это? Слышал. Это нашли, кроссы, ебать, типа, не украли. Да, забрали. Вам что, блядь, по приколу мой псевдоним типа писать или что, блядь? Ну, типа, революция, ребят, вы не обо мне пишете, наёбочка. Ребят, из каких вы городов? Да, блядь, уже пизда-то сделал. Ба! Бьянка, лучший мой, блядь. Не знаю, кто-нибудь мой или фанат, я не знаю, ну, короче, ты молодец. Фильтр. Ты молодец. Ты лучший. Пошел нахуй, блядь. Да. Не тебе, это я ему. Ты лучший из говна. Я лучший из говна, блядь. Я лучший фейс. Фейс считает лучше тебя. Марьяна Ро. Марьяна Ро. Волгоградская. Пиздат сделал Волгоградскую область. Ух ты, ничего себе, чел. Ты типа, ты это ти? Ти, блядь, с болгаркой поговоришь, нахуй, потом язык заплетается. Ты с Волгоградской области. Астрыном Двиджане. Я как понял, это пока, скорее всего. До свидания. Да, до свидания. Удачи тебе. И я на тебя тоже подписался, кстати. Ребята, кто из Волгограда? Короче, если кто-то это увидит потом, там, на ютубе, еще чем... Короче, зовите бухать. Сука. Похуй на батл рэп, зовите бухать. Да-да, надо, до свидания, видишь, до вид ждания. И типа, ну типа это легко понять, да. Волгоградская область? Не Диана сидит еще. Не Михайловна? Да, Диана вышла. Бля, обиделся. Я просто учился. Мне кажется, это хуйня, потому что у тебя не обновлено, поэтому так не показывает. Да, может быть. Но видишь, бля, реально их больше, то есть, чем два человека.
Не, ребят, как бы не подумайте, я типа не дружу с этим человеком. МЦ. Просто я жду, когда зайдет Ольга Серябкина в эфир. Я сделаю предложение. Катя Кищук, как этот, как Браги говорил, типа, подумай, понюхать ее, да, что делать? Что делать? Приходи к нам, блядь, я тебе скажу, что мы делаем, блядь. Ёбта. Увы, я из Ленинска. Из Волгоградского? Привет, нет, привет Ленинску тогда. Нормальный чувак. Какая разница, где кто живет. Главное, что живет. Просто кто-то писал в Волгоградской области. Да он же. И написал, пизда, сделал Волгоградскую область. Подожди, стой. Ленинск. А, Знаменск тут у нас недалеко, а не Ленинск. Приходите ко мне, блядь, Жень, ты ебанутый, 1 часов. Я сейчас пойду, ему сразу заберут по дороге. А меня тем более. А он вообще пиздил, блядь, у тебя паспорт есть, но ни хуя еще нет. Бля, суки, если они там в куртке мой паспорт пожмут, это пизда будет. Типа, привет. Мне одному бля, я не приходи к нам, Жень. Жень, приходи к нам, заебал, че хуйню страдаешь? Ну, блядь, неужели мы все туда попремся? И ты один, блядь. Тебе же проще сюда прийти. Как будто, блядь, кто-то квартиру сожжет, блядь. Господи. Я за сигнал изгоняю. Ты не хочешь пиво сналить? Ладно, я сам. Что? Ты вас хотел просить налить, но я уже... Ты охуел, блядь, эти... Нажал, блядь. Ну, типа... Бля... Дал привет. Всем привет, дал привет. Я, ребята, немного пьяный, поэтому, типа, если не обращайте внимания на выкидон. Не хуже рестора, конечно, со стоящими сосками, но, блядь, типа, такой себе. Да хули ладно тогда, приходи сюда, ты заебал, чё ты хуйню страдаешь. Вес руса. Вот именно вес руса. Да, здание. Не видно. Хуй не видно. Короче, ребят, типа, на батле ты был пижен. Спасибо, чел, спасибо. Опять, сколько людей, столько мнений. Я это, типа, сам это знаешь. Почему тебе неуютно, блядь, долбоеб? Хуй тебе неуютно? Если ты, блядь, на кого-то обижаешься, блядь, на кого-то на баб, типа, щемишься, ебаный ты, блядь, пиздюк. Реклама. Бонд, ребят, бонд, блядь. А мне за это заплатили, блядь. Чтоб я 3 подписчикам показал, блядь. Так-то да, давай. Спасибо, чел. Стресс H Найдуан. Найдаун. Ну блять. Найдиан. Найдайн. Найдауи. Надай. Бля, я хуй знает с этим английским, пиздец. Я поэтому цифры, короче, поставил. Слишком трудно, блять. Из-за чего? Это сам ты знаешь, из-за чего. Блять, хуйню ты несешь, блять, из-за чего? Хуй почему? Что ты пишешь? Ты ничего не знаешь. Короче, ребят, типа, все, попиздила дальше пить. Всем спасибо. Я еще обязательно зайду, типа, послезавтра, наверное. Я не люблю вот эту, на самом деле, штуку, типа, ну, когда не разговариваю, ну, не вживую общаешься. Обязательно зайду и обязательно со всеми поговорю. Те, кто зашли, посмотрели, всем спасибо. Спасибо большое. И 19-17, здание, нахуй. До встречи, короче, ребят. Сколько? Ты только сохрани там эфир. Сохраню.